еще не читала в такой микрофон. Если меня будет не слышно, скажите. Эпиграф. Мужик, что подарил мне орхидею, похож на костромского бериндея. Наталья Королева. Вот повезло, девчонки, правда. Сейчас кого-то не возьмешь. Он на питом осада, по виду больше всех похож. Он курит приму, любит пиво. Полно сейчас таких людей. И так он выглядит счастливым. Не дарит вовсе орхидей. Я то, что всегда остается с тобой. Ни всхлип, ни звезда, ни поющий прибой. Я сбитый каблук на твоем сапоге. Я левый ботинок на правой ноге. Сказали, можно три стихотворения, поэтому крайние. Давайте с эпиграфом и с ярославской поэтессы Натальи Малининой. Давайте, похлопайте, послушайте на поэту. Там, где иероглиф вышит крестами снегирей на рукавах любви. Наталья Малинина. И, собственно, стихотворение. Мне место не дано посередине спора, где боль встречает боль и криком льется шум. Стучит веретено по доскам от забора. Возьми его, изволь. Пощады не прошу. Мне место только там. Сама еще не знаю. По чувству моему особо не реви. Читаю по слогам и гладью вышиваю крестами снегирей на рукавах любви. Спасибо.